Сотрудники прокуратуры взяли расследование нашумевшего дела под контроль. 30 апреля в дорожно-транспортном происшествии пострадал 25-летний Евгений Смирнов, чемпион России по брейкдансу, сноубордист. По факту ДТП 11 мая 2012 года отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Лазаревского района города Сочи Следственного управления УВД города Сочи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении водителя Л, который управлял автомобилем ВАЗ, в результате чего и произошло ДТП. Сейчас назначена судебная автотехническая экспертиза, результаты которой будут известны в течение 2 месяцев. При аварии молодой человек получил повреждения в виде открытого перелома голени, потом был доставлен в Лазаревскую больницу. Через несколько дней ему ампутировали конечность. Будут проведены проверки и в лечебных учреждениях. Ряд вопросов стоит, конечно, перед медиками и в первую очередь перед департаментом здравоохранения. Прокуратура района выделила материалы, направила их в отдел полиции для проведения проверки в порядке 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях проведения всесторонней проверки с участием специалистов департамента здравоохранения и выяснения вопросов о своевременности прибытия скорой помощи на место ДТП, его доставление Смирнова в МУСГБ номер 1 города Сочи, оказание первой медицинской ему помощи и последующую тактику лечения, которым была правильность тактики лечения, которым была ему оказана в МУСГБ номер 3 города Сочи, это в Горхосте, в Хостинском районе, да, где было принято решение об ампутации конечности. Результаты этой проверки будут известны уже через месяц.